Всем привет, это Виталий, компания Boston Technic. Сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такой вот прицепной комбоуборочный комбайн. По состоянию, по внешнему, он выглядит, конечно, немножко ржавчиной, потому что стоит на улице. Фактически он не убирал. Я сейчас вот подтверждение, что называется, своих слов. Вот делаю видеообзор. И показываю состояние ножей. По ножам видно, что он там, соответственно, да, он уборку какую-то проводил. Да, но ножи в четком состоянии. Данный кормоуборочный комбайн вложений не требует. Вот также показываю 2007 года. Комбайн прицепной, кормоуборочный. Ширина захвата у него 2 метра. Что здесь происходит? Шнек вложения не требует. Все полностью в рабочем состоянии. Все цепи, все на местах. Конечно, нужно будет что сделать? Нужно будет все подсмазать. Да, там где-то что-то. Все эти элементы. Не более того. Поэтому ждем ваших звонков. А, да, кстати, вот обязательно табличку. Ждем ваших звонков. Обращайтесь.